Вы любите ходить в гости? Да. Конечно, все любят ходить в гости, приходим в дом, особенно если это дом с традициями, и видим фотографии. Фотографии на стенах, фотографии на предметах мебели, а еще нам могут дать посмотреть семейный альбом. Атмосфера любви, верности и заботы друг о друге. Семья последнего русского императора – достойный пример для подражания, считают сотрудники ЗАГСа. Порядка 40 фотографий экспозиции рассказывают о том, чем жили царь и его близкие. Жесточайший кризис семьи. Мы сейчас знаем, что порядка 80% современных молодых семейных пар разводятся в ближайшие три года совместной жизни. Обусловлен не только сложными социально-экономическими условиями в нашей стране, но и, конечно, духовным кризисом. Глядя на эти фотографии, посетители Центрального управления ЗАГСа, вот этого здания на Московском шоссе, я думаю, однозначно какие-то хорошие мысли будут разделять и вдохновляться вот этими фотографиями для того, чтобы самим тоже построить счастливую семью. Исторические фотоснимки предоставил Сретенский монастырь. По воспоминаниям современников, Николай II утверждал, что семья – основа всякого государства. Удивительная простота в общении, взаимная любовь и уважение, чуткое отношение к детям. Именно этого ждут от молодоженов организаторы выставки. Нам хотелось сделать подарок рязанцам и вместе с тем показать, какой может быть семья, если она основана на высоконравственных духовных началах. Думаю, что выставка при должном отношении родителей будет интересна и детям. Ну а что касается организованных групп, мы готовы проводить экскурсии. Естественно, на абсолютно безвозмездной основе. Для нас главное, чтобы счастливых семей в нашей Рязанской области становилось больше. Выставка – первый подобный проект для регионального ЗАГСа. Но если экспозиция вызовет интерес, то инициативу о семейных ценностях продолжат по всей области. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».